Сегодня как-то немножко пасмурно. Слышь, ты придурок, здесь нет рыбы. Да иди отсюда, слышь. Слышь, иди отсюда, я говорю, тут нет рыбы. Да кто вообще такое сказал? Как кто? Директор гаражного кооператива кто сказал? Да ты вообще больной, здесь рыбы нет. Да есть рыба. Да вставай давай, здесь рыбы нет. Да кто такое сказал? Кто сказал? Директор гаражного кооператива. Вставай давай, пошли. Всю рыбу распугал. Не бери статично. Все, давай. Не бери статично. Приближай. Давай. Пишем? Да. Олег, зачем ты меня успокаиваешь? Мне уже 25. Я в этой жизни видел все. Чем ты можешь меня удивить? Олег, зачем ты меня успокаиваешь? Мне уже 25. Я в этой жизни видел все. Чем ты можешь меня удивить? Тебе 35. У тебя двое детей и ипотека. Сняли 10-секундный ролик. Максим сидит, монтирует уже, наверное. Монтирует. Максим монтирует его уже минут 20, наверное. А там монтировать, ну, по сути-то, нечего. Ну, потому что на телефоне. Вот как ты думаешь, что удобно, блядь, вот этой вот хуйся заниматься на телефоне? Нет, неудобно. На меня смотри, неудобно. Неудобно. Чем ты можешь меня удивить? Мне 35, у тебя двое детей, ипотека. Это я слышу уже раз 50-й, ну, наверное. Ну что, не смешно, не? Не, ну смешно, но потом все посмотрят, посмеются. Максим, идем на санках кататься? Ты не видишь, я масло меняю, осенью приходи. Погода хорошая, пойду тогда на Луну выйду. Лучшее время для съемки. Не знаю, какой вариант даже лучше, вот подойди. Либо вот. Здесь рыбы нет! Есть рыба. Да вставай давай, здесь рыба. А, нет, это не тот. Послушай, ну ты вообще придурок. Я же тебе сказал, она нигде не ловится здесь. В смысле, елки-палки? А на что ж ты ловишь-то, а?